Это поменял, говорю, мотоцикл на пизду. Хорошо, что дождик прошел, пыль прибил. Ехать прекрасно, сейчас свежо. Не жарко. Нет, тут я не проеду. Тут мне не ловить нечего. Дорожка. Ой-ой! Стали, выйдем, не выйдем, выйдем, не выйдем. Нету, думаю, ну должны же выехать. Олег. Сейчас подожди. Алло! Алексей Никитин, да? Вот здесь братья Бруевы передают тебе привет. И говорят, быстро бери воды 20 литров и пиздуй сюда. Пацаны отдыхают нормально. Блять. Да ничего, справлюсь, не впервой. Сейчас. Жутковатое такое мрачное место.
удачи. Да, вроде. Поменял, говорю, мотоцикл на бизнес. И груз, главное, груз. Снимай на мордик, опасности больше нет. Ну что ты скажешь, Леш, будешь танцевать сегодня? Я сегодня фестивалю. Молодец. Вот предатель, предатель. Посмотрите на него, он поменял автомобиль. Я вырежу это. Не надо вырезать, не надо. Я тебе не про то говорю. Вот так вот. Сейчас мы будем так. Заебало. Командор. Нет. Ай. Леха, иди, дрифтуй. Давай, дрифтовать. Вынуло. Вжик поломался, вжика тянут. Все, мы будем сочувствовать. Но мы старались. Мы старались. Мы силы и мысли пытались поддержать его, он не смог. Ну, вот. Мне кажется, виноват штурман Константин Карасев. Ну, я думаю, мы можем ему это простить. Ни в коем случае он будет сегодня наказан. Да ясно. Это можешь не вырезать. Все мокренькое. Это красный жук. Да. Это автомобильный трак. Ну что ж, поверхность скользкая. Только хотел сказать. Потихонечку, потихонечку. Ребята, точка. Да, тут бучило у них. Ой-ой-ой. За шиворот мне грязь попала. Хоп-хоп. Попёрло меня. Попёрло колбасить. Дождик влупил не по-одесски, не дал до дома доехать. Круто. Погнали. Ну, ладно, давайте. Все, удачи. Мы думали, вы уже дома у нас, тут за столом сидите. Ну где это вы там это? Так это у хайдакались, а? Да, ездили, катались. Вот они. Трюки делать умеете меня? Привет. Учимся, Олег. Смотри, у него что-то тут уже. Камера. Да. Ладно, идите, не мокните. Ну конечно, тортик есть. Как же он без торта?